Всем привет, я Алиса. Сегодня 6 января, а это значит, что у нас сегодня день отдыха. Но мы не будем скучать. У нас будет мастер-класс, мы будем рисовать юных летающих лыжников. Мы встретимся с девочками сборной России. Мы посмотрим турне 4 трамплинов. А еще мы покушаем вкуснейшие тортики. На рождественском турне сегодня выходной, поэтому мы будем рисовать летающих лыжников. Всем привет! Меня зовут Рената Кисточка. Я приехала сюда из Перми и провожу ребятам художественный мастер-класс по рисованию. Ребята немножко изголодались по творчеству, это видно, что, видимо, все время спорт, и поэтому они с большим энтузиазмом хватаются за краски, за кисти и очень красочно выражают свой прыжок. Кто-то летит в космосе, кто-то летит в горах, а кто-то над лесом. Все очень любят их прыжки, и это ярко выражают на холсте. Здравствуйте, меня зовут Сафин Камиль, я приехал из города Уфа, Республика Башкирия. Приехал я уже сюда в третий раз. Я рисую рысь. Пока у меня идет только заготовка, но красками я уже рисую. Рисую я летающего лыжника, который побивает новый рекорд. Здравствуйте, Александр Владимирович. Как проходит турне? Все по плану? Да, все нормально. Мы преодолели экватор. Сейчас оставшиеся два этапа. Я надеюсь, все будет хорошо. И мы узнаем, кто в этом году победит.